Приветствую, друзья, и поздравляю с 23 февраля, с Днем Защитника Родины. Да. И в первую очередь, конечно, поздравляю моих друзей военных, бывших моих заместителей в Центре защиты от стресса, где у меня работали полковники. И бывший замначальник ГРУ СССР у меня работал, мой друг Володя Скоробогатов, поздравляю. Да, и Захарова, полковника, который был не только моим заместителем в центре, но и советником по специальным программам, да, который мне помогал входить в зоны, где надо было после теракта вытаскивать из острого стресса людей. Без него как бы я выезжал, там же было все закрыто. Вот, и сейчас он сам начальник ФСБ, управления ФСБ, поздравляю. Но у меня же работали не просто офицеры заместителями, они большие умницы. Со Скоробогатовым мы писали, даже книжку начинали. Там Захаров и сейчас работает там, наверху где-то. А мы с ним вместе работали. И не только после терактов он мне помогал въезжать в эти зоны. Он мне давал советы, как проводить антистрессовую подготовку для спецназа. Ну, много-много было связано. И Морозова Игоря, полковника, который был моим заместителем, и Колю Семина, семью его, потому что Коленьки уже нету, тоже работал до того, как работал у меня полковником КГБ, потом он работал заместителем Алмазова, то есть Министерство налоговой там системы. Ну, короче говоря, я всех их, семьи поздравляю. Всех сопричастных к этим военным делам. Я, конечно, сам офицером никогда не был, и никогда ни в КГБ не был, и ни в ФСБ не был, это понятно. Но я тоже как бы военный человек, в том смысле, что я же кончал Государственный Дагестанский медицинский институт, вышел старшим лейтенантом. И у меня там записано, что на случай войны я полковник, начальник госпиталя. Ну, я как раз таки потому и создал школу «Человек будущего», «Homo Futuro», чтобы войн не было, чтобы сократить кризисы и конфликты. Потому что я помогал не только у нас в стране, я помогал и в Украине, помогал, и в Белоруссии помогал по интернету. Все, кто пострадали. Ну, я же врач, куда денешься? И почему у меня работали военные люди? И почему у меня диссертация закрытая была? И почему я в институте военном защищался? В Центре авиационно-космической медицины военного института Министерства обороны, испытательный институт. Почему? Потому что ключ. Он как раз-таки во всех областях нужен. Ведь я не только с военными работал. Не только спецназ готовил, не только после терактов людей вытаскивал из острого стресса, и детей, и взрослых, и их семьи, и после лавин всяких, которые происходили, после всяких землетрясений. Ну, потому что я и с их бабушками, и их внуками, и жены, матери, все, кто сопричастны к этим катастрофам, военным конфликтам, да. Ну, что делать? Я человек не военный. Ну, получается, весь был окружен и войнами, и кризисами, и конфликтами. Поэтому я всех поздравляю. И желаю, чтобы офицерская фуражка была честью защитника Родины. Ведь я и десантные готовил войска, и психологов их готовил. Военных. Ну, в общем, такая жизнь происходит, потому что мы же находимся не отдельно от мира, а внутри самой жизни.
И поэтому, поскольку мы все касаемся так или иначе, и родители наши, вот у меня папа в 19 лет ушел из селения на войну добровольцем, вернулся капитаном, весь в орденах. Да, ну, короче говоря, всех поздравляю, родителей ваших поздравляю, всех. И желаю вам здоровья, счастья, вашим детям, и благополучия в семье, и чтобы войн не было, и конфликтов чтобы не было, и нас чтобы не расчеловечивали. Сейчас уже идет опять как бы внутренняя гражданская война умов, люди разделяются, делать вакцинации, не делать. Ну, постоянно идет вот это расщепление, вот эти вот напряжения, вот эти неопределенности. А ключ как раз нужен для того, чтобы человек сохранял ясность ума в этой обстановке неопределенности и турбулентности, постоянной смены обстоятельств. Да. Нам всем нравилось смотреть фильмы «Офицеры». Да. Нам всем нравится представлять мужчину мужественным, благородным. Благородным. У меня много было друзей, их уже нет, которые были актерами серьезных фильмов, там, где офицеры. Ну, бог ты мой. В общем, жизнь наша пронизана этим. Поэтому дай вам Бог мира. И дай Бог мира на земле. А наша школа «Человек будущего» Homo Futurus работает для этого, чтобы сократить кризисы и войны. И чтобы офицеры сохраняли мир на земле. Защитники Родины. Как это звучит гордо. До встречи, друзья.